Кирове приступили к строительству продолжения улицы Энтузиастов. Дорога появится в районе микрорайона Знак. Кроме дорожного полотна, на участке построят ливневую канализацию, коллекторы и дождеприемные колодцы. Их соединят с действующей в районе сетью. По проекту на новом участке улицы Энтузиастов появится четырехполосная дорога. Освещение, ограждение, тротуары и велодорожки. Протяженность участка составит чуть больше 250 метров. Также свое развитие получит улица Дмитрия Козулева. Она станет длиннее на 350 метров. Всего в данном микрорайоне планируется построить 4 улицы. Данный объект поделен на 4 улицы. Это улица Козулева, улица Энтузиастов, пешеходная улица, проектом названная улица номер 4, и улица номер 3. Общая протяженность дорог в данном комплексе, планируемой к застройке, порядка километра.